Евангелие от Марка, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего, Зеведея, в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему». И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним. И, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его, падая перед ним, на колени говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Евангелие от Марка, глава 2.
Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, став, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогу начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не считали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Псалом 64. Начальнику хора псалом Давида для пения. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии, услышь нас. Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко. Поставивший горы силою своей, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук.
источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Книга пророка Иеремии, глава 31. «В то время говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии, виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: «Вставайте, и взойдем на Сион к Господу Богу нашему». Ибо так говорит Господь: «Радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите: спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогую ровную, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам. И душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе. И изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их». И напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь. Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез. Ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой». Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы. Обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся, все города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово. Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне.
«Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, — говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваоф – имя ему. «Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда». Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных. И землемерная верфь пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет Гуав. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа, не разрушится и не распадется вовеки.